Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Удмуртрозы. Сегодня мы продолжаем играть в игру под названием House Flipper. В прошлой серии мы тут косили газончик, как вы помните. Не только тут, но и на заднем дворе. И, собственно, убирали тут везде всякую грязь. Можно так сказать, и улучшали свой дом. Теперь тут у нас есть кровать такая прикольная. И все очень классно. Я вот не знаю, конечно, как убрать этот матрас. Как его проведите, чтобы повернуть? Это, конечно, очень хорошо, но я его как-нибудь хочу уничтожить. Мне он не надо. Так-с. Мне его бы куда-то, не знаю даже. Неужели тут нету такой функции? А, во! Всё, ребята! Господи, наконец-то я теперь это выкинул. То я думаю, что это там за штука. Так, мы сейчас нашу кровать любимую повернем и поставим вот сюда. Пока что, думаю, вот сюда. Эти комодики сейчас я уберу. Так. Этот. И вон этот. Вот так. О. Все. Даже еще чуть-чуть. Во, смотрите, теперь тут у нас будет так. Эти комоды тоже, в принципе, можно продать, но их также можно куда-то туда переместить. В принципе. В принципе, можно этот комод вот. Подождите, этот можно вообще сюда. Теперь мы берем кровать. Аккуратненько, но очень аккуратненько. Перемещаем. Даже еще немножечко. Не знаю, пролезет ли там. Но если их повернуть. О, можно, ребята, можно. Сейчас мы тут их так вместим аккуратненько. Так. Ой, извините. Так. Тут комод что-то не влезает. Тогда надо это... Нет, тут эти комоды нам ни к чему пока что. В принципе, их можно поставить. Раз комод. И... Два комод. Пока что будет так. Также я хочу, наверное, продать двери. Тут. Еще тут. А эти пусть пока что... Хотя даже тут можно продать. Эти двери мне ни к чему пока что. Ой. Так, этот комод... Этот, в принципе, можно вернуть пока что.
Не. Тогда мы его как-нибудь от... Сейчас. Вот тут его вместим. И пока что все будет хорошо. Ну что ж, ребята, сейчас мы идем выполнять пока что задание. И я хочу себе собрать на нормальные стулья. Хотя, в принципе, у нас баблишка хватает на нормальные стулья. Раз. Эти нам теперь стулья не надо. Вот. Так, заходим в магазинчик, покупаем еще один. Вот такие теперь у нас стулья такие красивые. И все. Во! Смотрите, как теперь красиво стало. Но этот я бы даже немножечко переместил. Так, как и было. Все, смотрите, теперь как у нас тут все красивенько. Улучшили домик, кровать теперь здесь, это тут все здесь. Картина пусть будет, комодики пусть будет. Двери я уже продал, потому что дверь нам ни к чему. Я еще хочу собрать на нормальные кресла. И нам не хватает совсем чуть-чуть не хватает. Так, ну что, давайте работа. Так, уборка после вечеринки. Нужно убрать в доме после вечеринки в честь моего дня рождения. Итан Джонс. Ну давайте, давайте, идемте. $550 это как раз то, что нам надо. Как раз то, что надо, чтобы нормальненько заработать на нормальные кресла. Так. О. Ух ты, нифига себе вечеринка. Да. Ладно, пусть пока что будет стул. Стол тут. Ну ничего, уберем как. Как уберем, так и уберем, ребят. Ничего не поделаешь, если тут. Ну, в принципе, мы уже один раз убирали после вечеринки. Опа. Ой. Но мы и тут ничего продавать не будем, потому что. Хотя. Не знаю, не. Можно продать ее стол, но это будет как-то не очень. Придется ей покупать. За наш счет новый, так что нам это не надо. Так, тут бутыляшки всякие. Короче, ребята, пока что все идет хорошо. Вы подписывайтесь на мой канал, потому что я снимаю очень классные видео. Если, ну, это я не выпрашиваю. Но если вам действительно нравится, что я снимаю, то подпишитесь и поставьте лайк. Также не забывайте писать, что мне еще поиграть, кроме House Flipper. Ваши идеи. Я буду все снимать. Все, что вы захотите. Так. Уборка пока что идет нормальненько. Дом после вечеринки. Так, тут еще убрать, это убрать. Так. Еще чуть-чуть и... Ой, что с этим стаканом только что было? Так. Пицца, это тут все, все есть разные. Так. Очень хорошо, что я нашел эту штуку, где надо этим, чтобы убирать всякие ненужные мне вещи. Так, все. Ой. Брать мусор. А тут тоже надо?
Ух ты, ё! Ну давайте сначала это уберем, а то... Вот тут хоть чисто. Тут вечеринки не было, я так вижу. Красиво, красиво. Так, тут грязно. Тут грязно. Тут грязно. И где еще? И тут грязно. Ну, конечно, на 500 баксов, то, конечно, работать надо. Так что мы сейчас поработаем. Такс. Так. Шваброй мы работаем тут все. И пока что чистим. Так, у нас там процесс заполняется. Ой. Пока что будем убирать на полу. А я не знаю, что тут стол стоит. Может, его надо передвинуть куда-то. Ну, раз они так захотели, то пусть так и будет. Я ничего против не имею. Но вот специально, что ли, мне оставили тут стол или что? Я не понимаю, если честно. Такс. Уборка идет пока что. Такс. Вообще, игра мне очень нравится. Не знаю, как вам, но она мне очень нравится. И я хочу продолжать по ней снимать ролики. Потому что очень классная игра и интересная. И, наверное, зрителям тоже. Если вам интересно, то я буду очень рад вам помочь. Извините, там за звуки просто. Просто там собака на улице. Так-то все хорошо. Надо было окно закрыть. Но, знаете, летом духота такая, шо вообще? Так, пол убрали. Подождите секунду. Извините, пожалуйста, за шум, я его уже устранил. Закрыл только что окно, а то там такая собака у нас на улице, и она так орёт, что вообще даже ролики не дает снимать нормально. Это просто почтальон, знаете, был почтальон Печкин. Принес посылку для нашего мальчика. Такс. Такс. О, еще тут. Вот так. Тут еще. Я надеюсь, на улице не надо хоть. Не, смотрите, какой у нее или у него классный дом. Я уже забыл, кто там был. И бассейн. Люди добрые. Эх. У меня такого нет. У меня пока что просто. Но я не знаю, мы пока что этот дом будем улучшать, наш первенький. И потом его вообще продадим. Потому что можно заработать так нехило бабосиков. Будем подготавливать дом к продаже. И будем уже переселяться в какой-то другой дом, более поинтересней. Это все зависит от ваших лайков. Если вам вообще понравится видео, то... Вот вообще, давайте наберем под этим видео 10 лайков. Если мы наберем, то я буду снимать видео, где я продаю свой дом. Я его буду улучшать и продавать. Ну, это 10 лайков надо набрать за неделю, до конца недели. Сейчас вот... Сейчас понедельник как раз. До конца недели, если наберем 10 лайков, то я буду снимать серию, где я продаю свой дом. Вот. А если не наберем, то буду уже снимать, но чуть-чуть попозже. А если вы хотите прям очень быстро, чтобы я продал свой домик, то, конечно, я это сделаю. Я это сделаю для вас. Но это все зависит от ваших лайков, ребят. Потому что если не будет лайков, конечно же, не будет интересных таких серий, где я буду там продавать свой дом
И вот так вот все будем. Так, ну тут почти убрал. Что тут еще не убрано? Так, что-то... О! Ага! Так, еще две где-то загрязненности осталось только. За диваном нет? Где же еще грязь? Я не понимаю, где тут еще грязно? За диваном, что ли? Нет. Обратно ставим. А где же грязно-то, а? Давайте походим. О! Ага! Вот оно где. И... еще где-то, но я хочу найти. Я что, буду грязные оставлять или что? О, во! Видите? Все. Одна комната готова. Мы погнали чистить вторую, но какую? Давайте эту. О, это гараж. Это гараж. Это у нас гараж. Тут убраться будет вообще легко, потому что тут только мусор. И все. Но меня эти так двери выводили, конечно, у меня дома, поэтому я их выбросил. Так, задний двор чистый. О, во, кухня у нас грязная. Но я хочу и вот тут чисто. Подождите. Так-с. О, во. Давайте для начала ванную тут уберем. Столько мусора, люди добрые. Так, ну ничего, сейчас тут уберем все побыстречку. Ух ты, ё-моё, в раковину выкинуть. Ребята, мусор в раковину не надо выкидывать. Там вообще не выбрасывается это, что вы... пристали к этому мусору. Поразбрасывали тут от макарошек всяких. Ну, пусть будет себе. Мне все равно заплатят. Мы купим себе нормальное кресло. Потому что очень прикольно, когда все хорошо. Эй! Давай, давай! А, можно и так, в принципе. То я думал, я не дотягиваю уже. Я-то уже думал, что надо там уже и прыгать, и танцевать, и... что не хочу делать. Так. Вот тут очень, около унитаза тут как-то коричневое что-то. Я не понимаю, что это такое. А запах вроде бы нормально. А на цвет что-то как-то не очень. Так, и последнее. Где наша последняя грязь? Ага, около умывальника. Все, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Эта комната. И еще нам какая нужна? Ага, и эта. Ой, ну чё, погнали, погнали, ребятули. Посмотрим, что тут и как. Так, кровать прикольная. Но у меня лучше, если честно. Сразу же купил такую классную кровать. Так. И чистим. Я дома чист. Мистер Пропер, веселише. Чистим пол. И все, короче. Мистер Пропер, веселее. Мистер Пропер. Что-то не помогает, мистер Пропер. А вот метла поможет всегда. Занавески такие прикольные, окна. Не знаю. 100% выполнена работа. Но это пока что в этой комнате. Теперь мы передвигаемся на самое главное. Это на кухню.
Что у нас тут есть на кухне, это у нас очень интересно. Плита там всякая, но грязи тут немерено. Если честно, мешок. Что нельзя в тумбочку где-то поставить? Мешок, чтоб туда кидать. Не, они тут там в уголку мешок все поставили. Ну ладно уже, пусть будет. Я уберу. Мне не трудно убрать. Если вы еще, конечно же, заплатите нормальненько. Так, то все нормально будет. Так, где еще? Мусор, о! Мусор. Где-то еще у нас мусор запрятали. Ага. Видите, как незаметно, да? Вроде бы-то. Оп. Как его оттуда достать? Так, о, все, да. Дмитрозы все найдет. Дмитрозы не такой тупой. Так. Ну и начинаем чистку пола. Пол у нас должен быть белый, красивый и аккуратный. Потому что все должно быть как годится. Так, ну и дальше к стенам идем. Быстренько это все делаем, потому что я хочу побыстрее закончить эту работу. Побыстрее закончить работу. И, наконец-таки, уже отдохнуть и улучшить свой домик, который в скором времени мы будем уже продавать. Но это все зависит от ваших лайков. Все зависит от ваших лайков. Так-с. Убираем пока что. Пока что тут все убирается. Еще чуток. Так, еще тут у нас. Где у нас? Ага, вот там вот. Ой. Куча всякого. О! Все, задание завершено. Завершаем занятие, получаем. Ух ты, у нас теперь $650. Очень хорошо. И думаю, сейчас мы будем покупать новые кресла. Это вот. Одно. И еще одно. Это вот. Все, хватает. А эти мы два продадим. То у нас тут уже места не хватает, так что это продадим и это продадим. Все. Берем вот так вот. Так, о, все. О, уже по-новому как-то. Уже у нас тут все по-новому. Ну что ж, ребята. Ну, если вам понравилось видео, то поставьте лайк, подпишитесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик. Не забывайте также лайки ставить, потому что, как вы помните, если вы поставите 10 лайков за неделю, то я буду продавать свой дом. Буду продавать свой дом в конце недели. Ну, а если вы, собственно, не хотите ставить лайк, то можете не ставить. Но это все зависит от вашего интереса. Если честно, то я уже хочу побыстрее продать этот дом, потому что у нас тут, вы знаете, недвижимость. Вы находитесь в этом доме. Вот это. Ой, тут еще есть разные недвижимости. За всякие деньжища. И чтобы мы переселились сюда, то можем, собственно,
продать этот домик. Ну что ж, ребята, всем спасибо за просмотры, за подписки, лайки. До новых встреч. Всем пока-пока.